Всем приветики, мои золотые, с вами Даваска. Я рад приветствовать вас в этот замечательный вечер пятницы на своем YouTube-канале. Я надеюсь, то, что вы эту пятницу провели также с кайфом, как и я, и вечером, нагулявшись, уставшие, пришли домой и будете смотреть этот замечательный видос. В этом видео я покажу, в каких сетах играют мои друзья-донатеры в игре Free Fire. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Итак, переходим сразу в списочек боях пропуск. Мы, кстати, мажоров СНГ до сих пор не оценили. Либо завтра, либо в воскресенье мы обязательно это исправим. Первое место — это Анечка. Давайте посмотрим, в каком сетике она играет. Замечательный бело-красненький сетик. Конечно, обувь бело-золотая, а не бело-красная. Честно говоря, я не знаю, есть ли какая-то красивая бело-красная обувь на девушку, но этот сетик просто великолепный. Смело 10 из 10. Идем дальше. Ну, это я, 305 медалек, все такое. Дальше у нас идет The Lord. Великолепный человек, великолепный игрок. Вот такой вот у него сетик. 7 из... Нет, какой 7 из 10? 6 из 10, потому что маска и торс с одного и того же набора. Кстати, очень много людей просили меня собрать сеты с набором. Откуда эти джинсы? Обязательно завтра я соберу с этим набором сетики. Дальше у нас идет Артем. Кстати, давненько не было его в топе по медалькам, даже у меня в друзьях. Вот такой вот у него женский сетик. Если я не ошибаюсь, тут прическа, штаны и кроссы с одного и того же набора. Прическа, возможно, нет, но на мужика вроде бы точно она такая же. Но все равно это 7 из 10. Дальше у нас идет Дмитрий Декс. Давайте посмотрим, в каком сетике играет он. Вот такой вот. Ну, раньше у него было лучше. Это такой олдовский сетик, потому что тут олдовский шлем, олдовская курточка, которую вроде бы сливали, если я не ошибаюсь. Ну, давайте 8 из 10. Дальше у нас идет лапочка, которая Доваскина в сланцах. Понимаю, можешь убирать мой ченик, потому что, да, я расстроен. Дальше. Лидер не Бич Гильди. Я обещал ей поменять ее прозвище, потому что человек, из-за которого я заделал ей такое прозвище, был выгнан из гильдии. Сейчас уже лидер не Бич Гильдии. Ко мне вопросов нету. Правда, я хотел его выгнать сам на видос. Было бы очень круто, но не получилось. Ладно, что поделать. Вот такой вот у нее сетик. Очень прикольное сочетание торса и шортиков. Но вот я не знаю, есть ли на девушку красивые темные кроссы. Но все равно это очень красивый сетик на девушку. Мне нравится. 10 из 10. Идем дальше. Gamer X. Давайте посмотрим на его замечательный сетик. Легенда. Это его легендарный сет. Наверное, первый его основной сет. Один из первых, в котором он отыграл довольно на такие большое время. Великолепный сет. Ему смело 10 из 10. Да, дефолтный, но что поделать. Идем дальше. Это ДД. Давайте посмотрим на его сетик. Вот такой вот кролик. И вроде бы он его не поменял с предыдущего видоса. Тогда я ему ставил 9 из 10, и сейчас поставлю столько же. А может быть, тогда я поставил ему даже и меньше, я не помню. Сайдсвиш. Вот такой вот у нее сетик. Как минимум кроссы сюда вообще не в тему. Кстати, помните мое вчерашнее видео про дефолтные вещи, где я рассказывал, что люди пихают баскетбольные кроссы в черно-красные сеты. Вот живой пример. Пожалуйста, джазовые кроссы, серо-красные кроссы, ангельские красные кроссы великолепно сюда бы подошли, но чисто черно-красный сет и синие кроссы. Черно-синие, ладно. Ну куда это? 9 из 10. Идем дальше. Life War. Давайте посмотрим на его сетик. Ну, это стандарт, это база, он играет в нем довольно-таки давно. Шикарный человек, шикарный игрок, ему тоже смело 9 из 10, потому что масочка не подходит. Админ змеи, это сетик змея, если я не ошибаюсь, да, это аккаунт змея. Вот такой вот у него сет.
Так, тут, по-моему, торс и штаны с одного и того же набора, если я не ошибаюсь, и это вроде бы да. Штанишки с этого набора, да-да-да-да-да, потому что под эти штаны мы подбирали великолепные торсы. Что я могу сказать? 8 из 10. Идем дальше, это у нас Химера, 13 место, давайте посмотрим, в каком сетике она играет. Вот такой вот шикарный черно-красный сетик, мне нравится, не добавить, не убавить, 10 из 10. Дальше, Эзид. Он поменял ник, у него был другой. Вот такой вот сетик, симпатичный, мне нравится, не дефолтный. Это главное, тоже 10 из 10. Из дефолтного тут только желтые штанишки. Братишка мой, ну-ка, в каком сетике играешь? Это его, можно сказать, стандартный сет, в котором он катает, с медальками облажался. Так же, как и я. У меня было L520, во втором пропуске у него 442. Знакомая ситуация. Но он очень долго держался, и все-таки вот такая вот ситуация у него произошла. Сету 7 из 10, потому что тут даже 8 можно поставить, ведь потому что за 2 вещи с одного набора это минус 2 балла. 8 из 10. Идем дальше, злой зайка. Давайте посмотрим, в каком сетике катает она. Вот такой вот мужской сетик. Ну, штанишки мы сюда просто великолепные подбирали. И после того, как мы видели великолепное сочетание с этим торсом, сюда эти штаны головореза, ну, вообще не смотрятся. Поэтому давайте 9 из 10. Дальше, что-то на казахском, я не понимаю, если вдруг вы шарите, пишите в комментарии. Вот такой вот у него сетик, это его официальный, как я понимаю, но такой стиль мне не нравится, поэтому максимум, что я поставлю, это 7 из 10. Дальше, Арике, 18 место, да, давайте посмотрим. Вот такой вот у него сетик, маска лишняя, сланцы в принципе в тему, по-моему, поэтому 7 из 10. Получается плюс 1 балл за то, что сланцы в цвет общего сета, это 8 из 10, а маска то, что не в цвет, это минус 1 балл, итого 7 из 10. Великий Вуду, великолепный человек, какой у него сетик, о! Он не поменял сетик с предыдущей оценки, мое уважение, великолепный сет, просто шикарный, Вуду шарит за шикарные недефолтные сеты. Ему мы тоже смело ставим 10 из 10. Идем дальше, печенька. Давайте посмотрим на ее сетик. Вот такой вот женский, в принципе дефолтный, но как по мне, вот эти шортики тут не сильно на подходят, поэтому 9 из 10. Дальше, мисс Вик. Давайте посмотрим на сетик Вики. Вот такой вот. Вот, честно говоря, я не знаю. Ну, вроде как штаны по торс бандита смотрятся неплохо. Но и опять же такое себе. Когда что-то в сете хочется поменять, то это 9 из 10. Дальше химик. Давайте посмотрим на его сетик. Вот такой вот у него шикарный женский, великолепный. Десяточку смело можно ставить. Все прикольно, все симпатично и гармонично. Дальше, Арикхер. Да, у меня друзья еще не сильно задонатили на пропуска и все такое, но опять же, они имеют место быть в видео. Вот такой вот у него великолепный сетик, это его основной уже до хрена времени, поэтому тоже 10 из 10. Все шикарно. ГТ небесный, давайте посмотрим на его сетик. Вот такой вот. Вообще, раньше я бы такому сету дал 10 из 10, и я сейчас, ну блин, красная, бело-черно-красная прическа, маска, желтенький торс, синие штаны, ну давайте 8 из 10, теперь за, ну блин, ну как бы... Раньше это было нормой и прикольно, сейчас очень много торсов, которые можно поменять и поставить ведь вместо этого иньяня, поэтому давайте 8 из 10. Это не только ему, но это касается абсолютно всех людей, кого я буду оценивать. Потому что в топе региона я тоже видел игроков с похожими сетами, там тоже будут минус баллы за такие сеты. Вот такой вот сетик под эту курточку, в принципе, неплохо сочетается. Опять же сланцы, опять же голова зомби-самурая. Ну давайте 8 из 10. Дальше у нас идет Лизис. Давайте посмотрим на ее сетик. Вот такой вот.
штаны вместо пуховых штанов под этот сет можно вот столько вот всего подобрать. И плюс фиолетовые тапочки. Давайте 8 из 10. Дальше Жабен. Давайте оценим его сетик. У него вот такой вот, ну, 9 из 10, потому что борода, потому что кроссы. Не в тему. Идем дальше. Оленька Зая. Это Мишаня. Давайте оценим его сетик. Вот такой вот фастерский. 7 из 10, потому что сланцы. Дальше, Лизочка. Давайте оценим ее сетик. Нимфоманка. Вот, вроде бы торс. Да, торс и штаны — это разные наборы. Довольно-таки неплохо смотрится. Даже масочка в какой-то степени в тему. Давайте 10 из 10 поставим. Сосиска! Наконец-то она попала в видос. Вот с таким сетом. Белая водолазка здесь бы смотрелась просто великолепно, а так 9 из 10. Дальше, Аля. Давайте посмотрим на ее сетик. Вот такой вот. Я точно помню, что штаны и торсы — это разные наборы. Очень прикольно смотрится, мне нравится, тоже 10 из 10. Следующая, опять девочка, опять Айка. Не спрашивайте, почему у меня в друзьях одни девочки, я сам не знаю. Вот такой вот у нее прикольный сетик. Как по мне, масочку только поменять, и будет лучше. 9 из 10. Дальше, Чизи. Я, честно говоря, не знаю, что это за игрок, откуда он у меня. Вот такой вот хороший дефолтный сет. Тут кроссы баскетболистов в тему, штаны ангелов в тему. Все великолепно, 10 из 10. Я вообще без понятия, что это за игрок. Белка. Мой любимый фастер. Не в тапках! Ошалеть. Не, я бухаю сегодня. Серьезно, все, я выкладываю это видео. Время 21:28. Я за пивом еще успею. Какое пиво? Надо крепче. Белка не в тапках. Ошалеть. Ну, это повод. Ну, сет дефолтный, конечно, но красивый. 10 из 10. Дальше, Формалин. Давайте посмотрим на его сетик. У него вот такой вот, тоже дефолтный, тоже красивый, но менее дефолтный, чем предыдущий. 10 из 10. Пятипалый. 36 место, осталось совсем чуть-чуть. Вот такой вот сетик. Ну, пятипалый, да. Ну, вот это ты могешь, конечно. Ну, давайте 4 из 10. Дальше у нас идет Рэмми. На статус не обращайте внимания. Если вы уже обратили, то поздно. Вы его один раз увидели и больше никогда не забудете. Прикольный сетик, мне нравится. 10 из 10 поставить ведь можно. Злая бусинка. Давайте посмотрим на ее сетик. Ага, фестерок. Понял, услышал. 6 из 10, потому что сланцы, фу. Ну и плюс они бирюзовые, а не синие. Синие были бы лучше. Нагнул цикаду. Я сколько про него хочу заделать видос, все никак руки не доходят. Наверное, на выходных, либо на следующей неделе я сяду, потому что для этого видоса вот столько информации. Это все объединю в один видос и заделаю великолепный сет. Объясню, почему этому сету ставлю 10 из 10. Во-первых, есть гармоничное сочетание. Красная прическа, красная маска, красные кроссы, красные элементы на торсе, небольшие красные вставки на штанах, каждая шмотка с разного набора. Все в общем и целом смотрится великолепно, и это не дефолтное. Ура! Ура! 10 из 10. И последнее — это Жасминчик. Давайте посмотрим на ее сетик. Вот такой вот. Ну, тапочки, да, розовые. Мне тут чуть-чуть не нравится, поэтому 9 из 10. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами стиль.